Аллилуйя. Здравствуйте всем. Меня зовут Олеся. И я на Encounter попала благодаря двум Олям здесь. Одна Оля Варивода, правильно я произношу фамилию? И Олечка Москаленко. Оля со мной поработала хорошо насчет того, чтобы поехать. Она меня очень старалась encourage me to do that. Вообще, получается, что на Encounter не обязательно ехать, если ты там, ну, вообще там какие-то такие серьезные проблемы. Можно поехать даже чисто с таким вот взглядом, что просто приблизиться больше к Богу. Он что-то, ну, новое тебе раскроет, над чем-то еще больше ты поработаешь. И я так это прокручивала в голове, как-то подготавливалась к этому, шла к этому, но буквально последние несколько дней как-то это стало как-то более двигаться прогрессивно. А потом мы еще в четверг опять с Олей поговорили, я хотела уже так финально, думаю, надо уже все решение конкретно принять. И это было ясно, так как последняя капля в чаше была. И все, я позвонила вот этой Олечке и говорю, все, я еду. И она так удивлена была. Вот. Значит, было абсолютно классно, действительно, как мне рассказывали, так и было. Но самое главное, самый яркий момент, это просто действительно, как уже говорили, тяжело человеческими словами просто описать это. Крещение Святым Духом, которое я ждала уже много лет, просила, хотела и задавалась тысячу раз вопросом, ну почему, ну в чем же дело, what's my problem, какие преграды могут быть. И это произошло 29 января, в субботу, я везде расписала, 2011 года. И это далось с трудом, с большим трудом. Это не так, что просто помолились и все. Это мы просто вымаливали. Все, я все перепробовала. Я помню, что одна служитель по имени Лена, она мне говорит, отключи свой разум. И я такая, отключаю. А как отключить? И стараюсь изо всех сил придумать, как его отключить. Вроде вот отключаю. Вот все старалась сделать. Свои эмоции, все, я просто твердила, дай мне, я верю. И вот мы просто пробивались, и наконец-то оно пошло, просто полилось. Я, вы знаете, когда что-то очень сильно хочешь и очень долго хочешь, это просто как самый большой блестящий бриллиант, это до такой степени дорого, что просто так в слезах прорвалась и просто не могла поверить, что наконец-то то, что я хотела. И потом после каждые полчаса такая просто хотела как бы, вот, знаете, вот женщина родит ребенка, которого ждала долго, она время от времени так поглядывает, так смотрит, он там, он тут, это он. И я вот точно так же своим это, даром иного языка тоже так каждые полчаса, каждый час такая. Неужели я наконец-то это получила? Так что это самое, я не знаю, просто прекрасно, что произошло. Но, конечно, там и другие вещи были. Господь раскрывал и работал со мною. Но вообще, слава нашему Господу!